Так, добрый день, хотя те, кто смотрит в плейлисте, может быть, они уже... Так, ладно, неважно. Пить ничего не желаю. Блин, что-то тут заглючило. Помогайте местным, чужак. Задание. Я не понял, что с заданием делать. Это что такое? Дополнительное, побочное и сюжетное. Помогайте местным. А это что? Механик. Встретиться с Белалом опять. Опять, между прочим. Так. А, смотрите, я уже одну снял. Это моя старушенца попросила написать, говорить далеко от алтаря, что возле города. И чё? Принять, а что это? А, типа задание еще, да? Подожди, подожди. А, я понял. Понятно, задание. Принимаем все. Ну, видимо... Ой, иголки. Так. Механик. Странный шум. Чужой в стране. Ага. Механик, смотрите, идем сейчас к... Гнезда — это место, где размножаются прыгуны. Пригороды просто кишат. Уничтожьте гнездо, вы уменьшите поголовье чудовищ, и ночью станут более безопасными для вас и для окружающих. Но осторожнее, гнезда лучше уничтожать ночью, ведь днем в них полно прыгунов. Что? Гнезда лучше уничтожать ночью? А, понял. Понятно. Ну да, понятно. Офигеть. Сколько гнезд. Ну блин. Но они же не размножаются и умирают в один день. Они же потихоньку. Так, нам вот сюда. Ставим сюда метку. И берем основное задание. Помогать друганам своим. Вот. Дальше берем точилу. Вот. Для чего я это сделал? Ну, для того, чтобы как бы чтобы помогать местным, нужно просто, я так понимаю, где-то кататься. Помогайте местным, да. Как вы видите, у нас нет сейчас задания в конкретной точке, типа помочь местным. Нет такого. Удерживайте H. Ну, что надо делать? Чё? А монстры считают это за объект? Вы что, издеваетесь? 60 объектов надо уничтожить? Это что, бетонный столб, что ли? Не снесся. 50 объектов. Вы что, издеваетесь? There's this group here, and all of its members seem to be immune to the virus. I don't know. They're protected by some local shaman type called the Mother. Only communicates through priests. I'll try to get in touch with them, but these people don't trust outsiders for shit. Я не смог. Блин, а так обидно. Ладно. Короче, она сказала, что мы сказали, что эти люди обладают иммунитетом. Вот все. Мне так обидно, капец. Чуть-чуть не выпало, чуть-чуть осталось, я бы выполнил задание. Ладно, едем, едем. Гоним, гоним, гоним. Так, это псих, взрывоопасный плевун. Во-во-во-во-во, это чуть-чуть нифига то, что было. Где-то химикаты какие-то, что ли? Я повысил... Очки, навыка и прочую хрень не пошла. В общем. Так. Погнали. Сейчас мы свою тачку раздолбаем в хлам. Ну вот, смотрите, видите, задание нам дано. Помочь кому-то, наверное. Так. Блин, это где-то наверху, что ли? Нет, это где-то... Где-то рядом. Давай, что произошло? Вот. Да еб, выходи. Выходи с тачки. Наверх, что ли? Mm.
Чё тебе? Ограниченное время предложения. Урон, а у меня еще что есть? Урон 1200. А, это купить. Можно продать. Подождите, вот. Давайте вот эту. Продал, что ли, я? А вот эта коса. 800. 800, представляете, она мощная. А представьте себе, сколько вот эта штука стоит. Это что такое? Ой, не стоит, а насколько она крута. Все, я выполнил задание, да? Давайте взлаваем. Не будем поддаваться читерскому искушению. Так и знал. Отлично. Будем чуть-чуть использовать этого всего ресурсов. Конечно, по-моему, их можно всех выкинуть. Легендарная ножовка. У меня такая же, по-моему, да? Стоп. Ну, вот сейчас как раз-таки в инвентаре у нас есть новая какая-то штука. Давайте на место это... А, 1500 у него урона. А еще что-то я у него только что купил. Вот, мачете. Безопасный клинок. Ой, да, безопасный. Сюда, ну посмотрим, что это. Да я же все купил у него, да? Нафиг он мне нужен. Выкупить можно. Продадим что-нибудь. Не знаю, вот драгоценности, зачем они? Продать. Продать все. Тоже продать все. Все? Все, спасибо. Или... не знаю, что там. Где? Во, нет, это не то. Во. Классная штука, наверное. Все, погнали. Вот мы тебе и помогли, блин, зашибись. И что нам за это будет? Ни хрена, по-моему, за это нету. Я хоть туда еду, да. Безопасное жилище как раз-таки. Безопасная территория, стоп. Подожди-ка. Нам нужно исследовать точилы. А, это нельзя, наверное. Ладно. Кстати, я говорил, что вот так надо заправлять. Мне один чувак просто сказал. Говорит в группе. Чё тупишь, говорит? Просто легко заправлять. А я говорю, да я вроде со всех сторон уже обошел машину, не знаю. Мне не писали, что можно ее заправить. Ну вот, пожалуйста. Можно. Да ёптить. Давай. Вот, у этих машин по-любому надо. Только бензобак не врежьте. Так, топливо. Топливо. Честно, я его тут часто заправляю. Ну, заносят сюда. Болты. Они нужны нам, кстати. Болты. Неохота вот так бегать искать, но на самом деле... Домашний припас. На самом деле это очень все действенно, я хочу сказать. Видите, болты, болты тут всякие. Ну-ка, давайте-ка проверим, насколько мощна эта штука. Иди сюда. Наверное, классная. Сохраниловка прошла только что. Или она постоянно? Что, она заглючила, что ли? Так, ну чё, давайте ставим задание тогда. Задание. Вот, механик. Да, я вроде сюда приехал. Так. Чё тут у нас? О! Excuse me, you, you the owner here? No. Hey, Nori, it's all right, buddy. Here you go. Чё, он какой-то мускулин отсталый, что ли? Это Билан, а это мой братан, ёлка. Sorry. So, what can I do for you, Kyle? Well, I heard the locals might need a hand with a few things. А, вот, наверное, есть эта помощь. Just you told me you'd come. I heard all about you. Listen, I'm just trying to help the people back in the city. Hey, helping the infected? You don't have to explain that to me. I get it. My bro got bitten about 2 months ago. Wait, 2 months? And he hasn't turned? I couldn't believe it either, but hey, there he is, still in working order, unlike this wreck. Just take a look at the board over there. Jasir ain't lying. We could use plenty of help. And man, I'm envious of your ride. It
It's the only working vehicle I've seen for a while. Tell you what, if you bring it back here and let me look inside from time to time, I'll give it some tuning up, make it even sweeter. Он сделает мою тачку круче, говорит. Такой тачки, как у меня, на ходу он давно не видел. If you want to be helpful in the long run, take good care of it. I'm not exactly a mechanic. Then it's a good thing you're talking to me. Here's what you do. It'll be a long drive, but I bet my left hand it'll be worth it. There's a Silas truck stranded on a highway. Go give it a once over, and if you find any useful parts. Он нам говорит, что я должен найти. О. Че? Че за нафиг лук? Ну то, что нужно найти тачку, точнее. Fuck. Power must be offline. We're working on the problem. You want to help us out with it? Да блин. Ты фонарик. Так, что нам сюда что ли? Свет. А, подожди, там что ли внутри починить? В общем, грузовик застрял. А, все уже что ли? Расспросите Билла об электростанции. Подожди, ну я пока не... Короче, грузовик, там надо найти что-то. Странный шум, доберите достаточно грузовика. Вот это сначала. Начало выполнено. Подожди, очень легко написано. Они все что ли такие легкие? Легко, трудно. Очень трудно. Народ. А, вот, гнезда прыгунов. А если я все их уничтожу, интересно? Интересно. Они, видите, все эти задания по распорядку такому. То есть, сначала очень легко, потом легко. Надо было еще средний. В общем, трудно, очень трудно. Так, ну что? Что я хотел? Что? А, да, машину. Где моя машина? Вот она. Так, ну, во-первых, давайте проверим, что у нас там по бензину. Чеку. Инвентарь. Посмотрим, что там с бензином. С канистрами, с этими. 6 емкостей с топливом. Ну, это круто. Может, даже еще возьмем. Пусто. Видите, тут даже не всегда бывает. Тут просто пишет, пусто или не пусто. 6, плюс у нас еще полный бак. Это что, Лукойл? Да, ну, зашибись. Так, стоп, а куда едут? Питание на скорость. Так. Вот. Пока не будем испытания на скорость. Потом. А то эти задания надо подготовиться. Я боюсь, что это боюсь, что зафейлится, сломается наша текущая вот эта линия, ну, точка, куда нам нужно этот грааль автомобилиста. Сломается это задание. Здесь наверх этой мельницы можно подняться. Это не мельница, ну просто. А может и мельница, как это назвать? Я даже не знаю. Ветровая хрень какая-то. Я даже не знаю, что это такое. Типа для электричества, видимо. Ну, можно сказать, и мельница. Нам, походу, наверх. Да, на мосту, он сказал. У вас есть неиспользованные очки, я знаю, мне плевать. О, черт, sorry. I didn't think there was anybody in here. I'll bet you didn't. Thieving little some bitch. Hey, well, relax. It's not like that. I was just looking for some parts to fix up my ride. I wasn't gonna steal anything. Чё так медленно иду? Да це ж здорово, ты чё, братан? If it's parts you want, it's parts you can damn well buy. Jacob Graves is the name. Kyle Crane. Good to meet you, Kyle Crane. Now listen here. These parts is mine. You want some? I'll sell you some. But ain't nothing for free. Right, understood. А, типа обычный магазинчик. Все, помогайте людям. Все, смазка, что это такое? Купить, чем не смазка? Можно продать что-нибудь. Не знаю, сигареты я не курю. Так. Все, что ли? А, понял, подожди, нужны запчасти, он сказал. Точно, все, я понял. Блин, ну мне бабки-то... Так, вот это нужно. Резина. Все, хары. Так, деталь сойдет. Сейчас еще вот это вот. Спасибо, погнали. Извините меня еще раз. Так, вы в безопасной зоне.
А, ты... А, слушайте, это получается, я в безопасной зоне. А где ультрафиолет? Как безопасный? А вы что, хотите сказать, что я... Здесь даже ночью безопасность? А, выход из безопасной зоны, все. Чпонька, зашибись. Да. Погнали назад, да, получается? Помогите людям. Чужак, подожди, а задание это? Стоп, стоп, я... А, ну нужно вернуться к нему просто, к этому чуваку. Вот. Но я боюсь брать задание... Сейчас, сейчас, тут отметим, да. Как же быстро перемещение тут использовать? Я боюсь брать задание с этими прыгунами. Оно написано очень сложно. Ну и тем более сейчас вечер. Единственное, что можно, так это поспать. С утреца встать, надрать задницы детенышам бегуна. И все. Так, вот эту дорогу я уже помню, хоть... Ой, что за лаги. Хоть без карты обращайся. Тут нам предлагали погонять. Так, а что это зомбарей тут так много стало? Мне кажется. Не знаю. Так, вход в безопасную зону. Да ёб, что за лаги? Офигеть! Чё? Подождите-ка. У меня 5 FPS, что это такое? Значит, может обновление какое-нибудь сейчас, подождите. Так, ребят, я честно не знаю, что это сейчас было. Просто до 5, там, до 7, до 10 FPS все просело. Я даже в меню лагало. Так. Эй, ну я же выпал. А, все, понял, он может что-то теперь сделать для меня. Лук. Забойный нож. И чё? Щит есть. Резина. Опять лаги. Что происходит? Я не понимаю, ребят, что происходит. Вообще, подождите, дико лагает. Что произошло? Может, это из-за обновления? Там у меня Nvidia уже давно стоит. Говорит, типа, обнови меня. Чё такое, блин? Офигеть, чё за тормоза? Первый раз такой, ребят, вообще. Вот просто вот ни с того, ни с сего. Может... Да ну нафиг.